коротенькая ножка, да? Запомнила, что мы там последовательность, какую мы делали? Расскажи мне, что мы вначале сделали? С самого начала? Угу. Что мы сначала делаем? Протерли ногу лосьоном, обезжирили, убрали всю грязь, то, что пыль, угу. Крем, лосьон, этот. Угу. Потом проскрабировали. Поскрабили. Угу. Поскрабили. Угу. Подняли волоски, все убрали, кожу. Для чего мы скрабим вообще? Ну, чтобы убрать ороговевшую кожу, вот это вот, поднять, вросшие волоски, вот это вот все, как бы. Омертвевшие клеточки. Омертвевшие клетки. Помочь, да. Подняться волоскам. Подняться волоскам, угу. И чтобы они легче удалялись у нас. Да. Угу. Дальше. Потом тальк. А потом протираем салфеткой, скраб, убираем все насухо, сыпем тальк, небольшое количество. Сыпаем тальком. Угу. И все, приступаем работать. Так, удалили, когда мы все удалили на ножке, затем все что протираем лосьоном, как водой минерализированной. Так, замечательно. Убираем а для чего мы липкость убираем, угу. Остатки пасты. Замечательно. Остатки пасты мы угу. убираем. Потом... Ну, там уже средства уже какое-то, да, ну, как, кто как. Для Аравии именно что нам нужно? Ну, мы вот пенк, мусом. Мус. Мусом. Что мус делает у нас? Увлажняет, успокаивает, покраснение снимает. Угу. После процедуры. Да, да, да. Потом Дальше опять посыпаем тальком. А тальком для чего мы присыпаем? Чтобы закрыть эти поры, чтобы не попала инфекция. Да, молодец, молодец, все хорошо, отлично. Отлично.